Глава Северского района Андрей Дорошевский посетил фельдшерско-акушерский пункт в станице Григорьевской. Медучреждение обслуживает 1500 человек, среди которых 400 детей. Здесь фельдшер проводит прием пациентов и вакцинацию. Помещение старое и давно нуждается в ремонте. Его планируют провести в этом году с помощью районной администрации. Мы срок поставили сами для себя. Будем надеяться, конечно, помогать им, потому что на сегодняшний момент есть в этом необходимость, видим эту необходимость. Поэтому кое-что заменим по мебели. В этом тоже назрела необходимость. Точно таким же образом, как и в Губинской. Проведем текущий ремонт. Ну и заменим мебель, чтобы она соответствовала нормам и стандартам.